Привет, ребята. Проснулся ни свет ни заря в 3 часа ночи, блин, ё-моё. Фух, состояние, конечно, жесть. Не знаю, на часик полтора хватит постримить, поиграем, продолжу. Я все-таки попробую выбивать новогодние эти коробочки. Почитал там на форуме. В общем, пишут, что, кажется, не только в великих порталах надо их искать, но и в гоблинах сокровищницы падают там. По две штучки за один заход, ну, если их осветить тигелем, а тигелем у меня освещено, по-моему, колец 5. Что довольно-таки неплохо. В общем, давайте побегаем. Посмотрим, состояние удручающее, но поправляюсь потихоньку. Вебку я во время игры с экрана уберу, потому что, ну, с таким фейсом, да, сидеть тут как бы не очень. Так, стримчики на ВК-плей, в общем, ребят, жду всех, подтягивайте. Сейчас я проверю, все ли хорошо работает. Там, да, сидеть тут. Как бы не вот. Так, да, звук есть, смена качества есть, ну, в общем, погнали. Всем доброго времени суток, доброй ночи, вряд ли кто-то подтянется, но посмотрим. Ух, так, ну что, 22 число наступило, да? Четверг, вечером тоже сегодня стрим будет, надеюсь, еще час постримлю, лекарство попью и лягу спать. Ух, не болейте, друзья, берегите себя, погнали. Ух, ну надеюсь. Самое главное, что я еще, это, конечно же, новогодние там, инвенты эти и крылья. Так. Ну погнали. Надеюсь, что в открытых играх хоть кто-то будет. Так. У нас тут приключения. Режим 16. Все хорошо. На форуме там многие, кстати, жалуются, что не всем падают крылья. Так, ну что, ты, кстати, 1000 парагона, ребят. Это довольно-таки неплохо. Так, сколько у меня там камушков-то? Камушков сколько у меня? Камушков 18. Кстати, немало натратил в прошлый раз. 10 штук с вами. 10 порталов прошли где-то. Было 38. Сейчас 18. Ну да, 10 порталов за один стрим прошли. Так. Ладно, пока подключается, давайте нефалемку быстро пробежим. В прошлый раз там у нас, кстати, упало... Какой-то был коровий уровень. Давайте, ребятка, цепляйтесь. Пока нету никого. Видели бы это мои учителя. Так,
То есть, ребят, кто хочет поиграть, цепляйтесь, буду рад. Могила вас заждалась. Привет, здорово. Здорово. Почему без вебки? Да, вебка есть, я просто приболел, болею, выздоравливаю, состояние так себе, поэтому, ну, поэтому без вебки. Не хочу своим. Видели бы это мои учителя. Больным фейсом светиться. Так, ну что, когда там ребятки-то подключаться-то начнут? Что, не ждали? Как вам это? Так, тупик, 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 тупик. Нужно подождать. Меня не остановить. Я возвращаюсь в город. Так, все, погнали, сгоняем, наверное, да? Что-то пока никто не цепляется, блин. К моей группе присоединился новый союзник. Но мои враги тоже стали сильнее. О, ребятки подошли. О, нормально. Ну давай, некромант. Загружайся. С тобой можно побегать? Да, конечно, можно, цепляйся. А ты чё, Ник? Союзник покинул меня. Противники, с которыми мне... Покажи свою силу, герой. Я чё, один? В моей группе присоединился новый союзник. Но мои враги тоже стали сильнее. Ну чё, угораете, что ли? Отменились? Ну, блин, ёпарас это. Один я 120-й, наверное, не затащу долго. Покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит... Меня ранили! Я чувствую...
чувствую себя лучше. Да, один я не затащу 120-й. Пора возвращаться. Вы чё, блин, не подцепились-то? Негодяи. Отмена. В моей группе присоединился... Олени, добрый день, блин. Камень только запороли. Это все некромант. Взял отмену, нажал, и все другие отмену нажали, блин. Пец. В моей группе присоединился новый союзник. Но мои враги тоже стали сильнее. О, вот этот с крыльями подсоединился. Магичка. Короче, вот нам вот эти надо штучки выбить. Вот этого питомца и крылья вот эти из Diablo 4, которые будут. Ну-ка, а чё у него там за герой-то хоть? Ну тоже, да, он в первозданке бегает. Бумазную кожу использует. Пятидесятый уровень камней. К моей группе присоединился новый союзник, но мои враги тоже стали сильнее. Проклятие сильных использует. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. Ну, нормально, ребятки. Вон по 3000 все зафигачили. Ничего себе. Ну, ну давай, ДМС, ты хоть открой портал. Пойдем вдвоем. В моей группе присоединился новый союзник, но мои враги тоже стали сильнее. Давайте 120 попробуем открыть еще раз. Ну, здесь нормально все.
дождалась. Видели бы меня сейчас мои наставники. Да вроде бы у них по 2-3 тысячи парагона, а, блин, 120-й портал еле тащит. То есть 115 это нормально дается, вот 120 уже тяжело. Я думаю, тут, наверное, 150 вообще, наверное, многим не под силу. Ну, порталы. Кстати, ни одной первозданки в прошлый раз не упало. Вообще пипец. Видели бы меня сейчас мои наставники. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. Ну и куда-то убежал. Бегунок. Так, колечко надо убивать. Это слишком дорого для меня. Не остановить. Видели бы это мои учителя. Thank you.
вас заждалась. Я стал сильнее. Еще рано. Меня не остановить. Возвращаться. Так, а у него там камень. Ну да, вот это проклятый сильный, проклятие сильных. Вместо того. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. В моей группе присоединился новый союзник. Но мои враги тоже стали сильнее. Что они так дохнут, я понять не могу. Этот там, охотник на демонов. Урон поднял, а про броню забыл.
не ждали? Все-таки в таких замесах броня тоже важна, надо о ней думать. Так, опять разбежались туда пока. А где ты там парень с чатика поиграть хотел? Будешь соединяться или у тебя какой уровень персонажа? Ничто не спасет. Видели бы это мои. Да, помимо сюжета, все-таки Diablo — это командная игра. В команде играть куда веселее. Ну и в плане прокачки быстрее. Одного это все намного дольше. Я не готов. Я помогу тебе. Могу помочь. Так, а ведь нам надо пробовать еще ведь прокачивать вот эти камни, пока 120 уровень. Хотя бы до 120 поднять. О! Блин. Пора возвращаться. Ну-ка. Вот, посмотри. Я тут выкопал пару новых вещичек. Угу. У пути добра, праведности и всего такого есть один большой недостаток. Он невыносимо скучен. Вздор! Для меня честь выполнять обеты, данные ордену. Преданно служить. Порази. Я стал еще могущественнее. Посмотрим, что произойдет. О, какая хорошая вещь. Можешь отдать мне назад? Это не по карману.
Мой союзник покинул меня. Варвар, ты ёб твою мать. С которыми мне предстоит... Ждал и свалил, блин. Гаденыш. Короче, надо четвертого ждать. Так, а мы что, вдвоем что ли? Блин! ДМС ушел. Ну, потому что он отмену нажал. Твою мать. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. И это тоже покинул игру. Ладно, уходим. Ну блин, варвар гребаный, взял всю пати, разэтовал. Негодяй. Нормальная пати была. Гаденыш. Сколько у нас уже там? 4215, да? С учетом этим 558. Неплохо. Семнадцать камней. Блин, камней тоже, камни начинают подзаканчиваться. Ладно, по-быренькому нефилик пробежим. О, налетели. Только разминка. Будет весело. Учителя. Не ждали? Далее.
слабею! Я исцелен. Иногда я сам себя восхищаю. Блин. Гоблин бы почаще открывал свою гробницу бы. Сокровищницу. Что, не ждали? Возвращаюсь в город. Ты стал искуснее. Так, ну и чё, где все? Где люди? Самому пока соты пробежаться, тогда присоединяться. Покажи свою силу, герой. Пора разбегаться. Не ждали?
Напасть на меня! Видели бы это мои учителя. Это только разминка. Иногда... Меня не остановить. Нужно подождать. Помоги мне! Ой, опарасота. Жизнь возвращается ко мне. Не ждали? Совет, у тебя все получилось. Меня зовут Урши, и я, подобно Орику, когда-то служила древним Нефалемом. Когда древние воители доказывали свою доблесть в бою, я старалась, чем могу помочь. Да. Фиг-то там на сотке подарок не упадает. Хотя и на 120-м тоже не всегда падает. Так, где все? Славно сражаешься. Я стал еще могущественнее. Уже 117 уровень. Кася. Быстро растем. Возможно, все. Грабеж среди бела дня. Мне это не по карману.
Так, может мне пойти поцепляться, а то что-то нету никого. Давайте мы в открытую игру зайдем, что-то как-то не цепляется. Один? Так мало? Я думаю, что-то никого нет. А что за нафиг? Открытая игра. А, войти в игру. Хотя, чтобы я ушел. Ну ладно, лифт как лифт. Мой союзник покинул меня. Новинки. Вот, взгляни. Ты не будешь разочарован. К моей группе присоединился новый союзник. Но мои враги тоже стали сильнее. Пожалуйста, Андрей, уйди. Понятно. Тебе удачи. А ты потащишь-то 135 уровень-то? Ты же не тащишь этот уровень, ё-моё, зачем ты его ставишь-то? Я-то тем более не тащу. Ладно, погнали элитку искать. Ещё рано. Ой, какой пинг! Ой-ой-ой-ой, ой, тормозит как. Видите, лагает. Лагает, лагает. Жесть. Что-то куда-то мы попали на сервер. Все, у меня вообще не работает. Я стал еще могущественнее. Видите, мне уровень дали, вообще ничего не происходит. Да, лаги, жесть. Что-то, короче, ночью сервера прям не очень.
есть энергия. О, вроде отвисло. Короче, не, надо свою игру создавать, потому что пинг сильно высокий. Офигеть, вот это лагало. Просто. Сейчас вроде под этого, под отвисло маленько. Дать попал какой-то не на очень удачный сервер. Видите, лагает как жестко, вообще жесть. Мне нужна энергия. Только разминка. Жесть, я вообще персонажем не могу управлять. Так чисто на сверху стреляю. Так подлагивает. А, нифига, я что-то, видать, сильно далеко на какой-то европейский сервер попал. Видите, что происходит? Вообще жесть. Я слабею от ран. Интересно, у них так же или нет? Или это только у меня так? Убили. Ну нет, так играть невозможно, короче. Нет, что смеяться? Медали, что происходит? Вы посмели напасть на меня? Слишком мало. Иногда я сам себя восхищаю.
А где у нас четвертый-то, я не понял, он что там стоит, что ли, блин? Да, мы в тройка здесь. Мне не хватает энергии. Я слабею от ран. Посмели напасть на меня? Энергии слишком мало. Отлично. Га, два уровня за раз дали, офигеть. Почему-то, когда не бьешься с монстрами, да, нормально все. Вот когда к монстрам подходишь, все начинает лагать. Но это сервер такой. Так у меня-то интернет все ровно работает. Короче, не, да, проходим этот портал, пойдем в другую игру. Смысла нет. Конечно, мы успеем босса убить. Могила вас заждалась. Нужно подождать. Я вроде отлагала. Ну как вам это? Вас ничто не спасет. Смысл его мучить. Еще рано. Не, лагает все равно. Чё смеяться? Видели бы меня сейчас, а вот криво.
Ну ладно, успели. Но все равно это как бы такое все, лагает пипец. Привет. Пора возвращаться. Мой желудок как-то странно себя ведет. Может быть, ты снова забыл поесть? Как раз наоборот. Я решил сделать запас сразу на везде. Ты стал искуснее. Я стал сильнее. Эй, господин! У меня тут новые штучки есть. Посмотри, не хочешь? Так, давайте я сейчас это перезагружу. Что-то мне не нравится вот это подлагивание, эти, которые были. Мне кажется, ты исти. Обязательно возвращайся. Мне это не по карману. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. В моей группе... Да, они все ушли. Походу, тут реально какой-то был серф лагучий. Не, надо это нахер. Так, приключения. Частные. О, вообще никого в режиме приключений нет. Ноль. Так, давайте перезагрузим игру. Что-то это не дело, такая тема с лагами. Но перед этим я сейчас... Ой, схожу маленько, сечеку налью. Так, ну состояние, не стояние, как говорится, но жить буду. Все, скоро вернусь.
Ладно, давайте еще. Маленько посидим. Так. Сколько у нас там 5 человек на стриме? Немного. Сегодня что-то все молчат. Все работает, не лагает ни у кого. Как там у нас контакт? ВК Лайф. Все, живой. Гейм, что там? Ладно, погнали. Да, вот этот сервак какой-то был, ну, не сильно удачный. Блин, такие офигенные Battle.net скидки, но, к сожалению, у нас в России купить никак. Увы. Так, ноль. А чё так мало играет людей-то? Почему ноль-то? Казалось бы, ночью наоборот должны побольше играть. Не, давайте в свой сервер пойдем. Ну его нафиг, чё-то какой-то был не очень сервак. Чё за нафиг? По-прежнему здесь крестоносец. А почему я не могу это частную игру начать? Данная возможность доступна только лидеру группы. Чё за нафиг? Чё за косяки? Ну ладно, давайте еще раз перезагрузим. Гоблинам сходим пока. Отлично. Мои сумки забиты. Пора возвращаться. Да, кстати, дали коробочку.
Давали две за один портал, тогда помню. Видели бы это мои учителя. Мне больше не унести. Я возвращаюсь в город. Да, вторая коробочка. Вот где эти коробки надо собирать. Так, вроде все собрал. Небольшая карта. Им, кстати, я думаю, надо с патчами увеличить, что ли, вот этот древнюю сокровищницу побольше сделать. Возвращаюсь в город. Вот это храбрая душа. Грабёж. Это слишком дорого для меня. Так, ну чё, где все-то? Куда все пропали? Так, давайте не по лемку пробежим. Покажи свою силу, герой. Вас заждалась.
бы это мои учителя. Так, за одного 340, да, дали? Ага, 339. Ну как вам это? Как вам это? Привет, здорово. Что, ребята, в чатике-то сидит 7 человек. Нас поиграть-то есть? Кто желает? Есть Диабло? Меня не остановить. Группе присоединился новый союзник, но мои враги тоже стали сильнее. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. Я пришел, ливнул сразу. Себя восхищаю. Это только разминка. Сейчас прочитаю. Присоединился новый союзник, но мои враги... Привет, у тебя есть на PlayStation 4 Diablo? Слушай, ну как бы на плойке нету, но... Ну я играл, было дело, да, но у меня плойки нет, я ее продал. Как бы там тоже, да, интересно с геймпада довольно-таки. Так, что там, кто-то заходил, ливнул? А ты на плойке играешь? Прекрасно.
Еще один с крыльями цепанулся. К моей группе присоединился новый союзник. Но мои враги тоже стали сильнее. Так. Отлично. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. Лорат. Да? Почему ты так смотришь на Кадалу? Слежу, как бы она ни сделала что-нибудь подозрительное. Да, вот когда играешь, заходишь просто в игру, да, и открываешь, как-то попадаешь на более ближайшие, видать, сервера по пингу. А когда кому-то присоединяешься, то пипец. Пинг высокий, лагать начинает. Чувствую в себе новую силу. Меня не остановить. Куда убежал-то? Элитку кто будет добивать-то? Запрыгнул, блин. Бегунок, ё-моё. Локи бы поиграл. Да я бы, может быть, тоже бы поиграл. Но я PlayStation продал, поэтому... Без смысла. Ну, я играл, да. Но я не на PlayStation, я на Xbox играл. Ну, то же самое. То есть. Там перекаты вот этим стиком есть. Помогают порой. Интересно сделано. Инвентарь маленько. Ну, конечно, все-таки на ПК в плане инвентаря поудобнее сделано. А, вот это переключение, пока между всеми переключишься. Ну, как говорится, дело привычка. Привыкнуть ко всему можно. Вот дохнет это, блин, а?
Так, противники, с которыми мне предстоит кто-то свалил. Стали слабее. Не выдержал. Присоединился новый союзник, но мои враги тоже стали сильнее. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. Да, короче, спайс не тянет, да, варвар еще более-менее... Это только разминка. Ждали? Зовут Урш. Я помогу тебе. Ну ты чё, ё-моё? Ну дай хоть раз. Ну отлично. Пора возвращаться. Ты прошёл. Мои знания растут. Готов? Увидимся. Обязательно возвращайся. Мне это не по карману. Thank you.
готов. Нафиг ты сюда забежал, блин. Я больше не унесу. Мои сумки забиты. Ну нахуй вот запустили, блин, ивент, дебилы. Я больше не унесу. Пора возвращаться. Торопятся, ёпта мать. Так, а что-то всего одну сумочку-то дали, мне в одного две давали. Мне больше не унести. Я возвращаюсь в город. Странно. Пора возвращаться. Нет, одна всего. Блин. Не, нафиг, тогда гоблина лучше от одного проходить. Может, пропустил даже где. Посмотрим, что произойдет. Обязательно возвращайся. Мне это не по карману.
Что, спать пойдешь или боишься? Да блин, опять лагает. Да что, блин, тут, короче, походу я не знаю, от чего зависит. Снова пинка дофига высота. Я стал сильнее. Тоже, короче, от серверов зависит. Интернет-то у меня вообще прямо разгружен. Может, каждый раз, когда запускаю портал, он на определенные серваки выходит. То есть поэтому как бы подлагивает. Вас ничто не спасет. Он и звук, главное, тоже лагает. Помимо того, что картинка. Блин, а чё так спайс там монахиня, блин? Чё он так дохнет? 1600 парагон. Постоянно точно. Много чё у него тут? Да, с вещами тут печаль, конечно. Что-то странно у него это все дело. Понятно, вот поэтому он и дохнет. Нужно подождать. Не ждали? Видать, персонаж новый, а на другом играл. Что просто бегает, прокачивает. Видели бы это мои учителя. Вас заждалась. Мне нужна энергия.
я сам себя восхищаю. Что-то опять, ребят, короче, блин. Не, все-таки надо выздоравливать до конца, я уже прям. Надо же было под праздники аж заболеть, пипец. Как же так-то? Ладно, будем сейчас заканчивать. Время уже 5 утра доходит. Завтра продолжим. Ну, то бишь сегодня уже, ну, днем. Надо, ну, все-таки поспать нормально, отдохнуть, поесть. Блять, ты попить, да. Что-то не делал. Я прям чувствую, мне аж херово. Всем спасибо, ребята, заглянул. Очень за лайкосы, за подписки. Наверное, было немного. Коробочки, я думаю, тогда еще подкопим. Завтра пооткрываем на стриме. Сегодня уже не будем. Тут 30 уровней подняли, неплохо, в общем, за косарь уже перевалили. Блин, ну и по пингу, я очень надеюсь, что с утра такого жесткого пинга не будет, как сейчас. Потому что пора уже сервера перезагружать, фиг знает. Ну давай. Надо пару раз. Есть. О, даже 3 раза дала, ничего себе. Лично. Я возвращаюсь в город. О. Подарочек. Я дарую тебе силу предков. Видели бы меня сейчас мои наставники. Возможно, все. Как жалко. Мне это не по карману. Да, с колечками, я думаю, наверное, печаль, беда будет. Как-то вещи еще давали, а вот... Блин, кольца дорогие. Так. Ну, окей, я думаю, да, подкопим. Еще потом тогда с утра сходим эти сокровища. Блин, я-то думал, чем больше людей... Все, ребят, спасибо, кто в игре за игру. Чем больше людей, типа, тем больше будет, ну... коробочек, а нифига. Нифига, короче, не дают. Все, ребят, благодарю всех, кто заглянул. Давайте, все, кто на стриме, сколько нас сегодня? 7 человек. В общем, приятных снов. Забегайте. Сегодня стрим четверг у нас, 22-е. Да, где-нибудь ближе к вечеру, короче... Блин, надо поправиться до конца, но в любом случае вернусь. В общем, увидимся. Кто хочет поиграть, пишите в Discord, ну там, в общем, найдете, ну или в группе ВКонтакте. Давайте,
С вами был Андрей. Пока-пока.